Я не знаю, она покорябает или нет. Вот сядет и сидит перед монитором. Ему его даже закрывает все. Интересно это. Крадется за курсором. Голову-то как вывернула, как сова. Ух. Это уроки как мышелоимством заниматься, говорит. Мышей ловить. А слово-то означает корыстолюбие. Где голову-то как выворачивает. Ух, не выдержит. Увидала. Вот заложено в ней это, что не давать двигаться ничему. Ну, хоть сколько будет сидеть, ей не надоедает. Тень увидит на крысе, вон там, на этой, как она тень ловит. Вот сейчас покажу. Это тренировка у нее идет. Ну, хватит, пошли. Хватит. Компьютерщик. Это я специальный... картонкой закрываю пипетр свой, клавиатуру. Ох, лапу сложила вниз. Прыгает тут, переключает все ногами. Так, ну что, пошли, сейчас я его внесу отсюда. Давай, о, пузанчик мой. Вот оно, смотри. Так, а ну-ка, если этот... Ага, вот она где, види, уйди. Вот она, сейчас. Вон на это. Вот увидала сейчас. Сейчас будет. Все. Так, пошла. Тень. Ах. Ах. А это уже не глядит большая. Пошли. Вот она где. Тень-то, тень. Увидала. Ну. Ладно. Все, смеются над тобой. Вот раннее утро. Сегодня у нас 7 часов уже. Понедельник. Так, все, морковку надо почистить. Ну, все, морковку. Надо чистить, конечно. Грязная морковка. Руку, чтобы не запачкать. Вот так. Мне кажется, это погрызенное, да? Наверное. А? Наверное. Если погрызенная морковка, есть ее нельзя, только варить. Полиуремия или какая-то болезнь очень нехорошая. А что ты хочешь? Ну, мне крупы насыпать. А? Крупы надо в суп насыпать. Так я сделаю, ты скажи. Какой же это тут крупы? Тут не крупа. Ну, гречка. Гречка. Так ты так и сыпь из нее. Нет, мне надо меру знать. Ну, говори, сколько. Давайте. Мимо просыпите еще. А? Надо над столом делать это. Ну, я еще не сыплю. Сколько? Хватит? Еще чуть-чуть. Все, хватит. Вот, давай, говори, куда сыпать. Ну, вон туда. Это я могу насыпать. Вот, кипит все. Печка топится. Надо угля, наверное, еще подсыпать. А вам жарко будет? Нет. Вам, говорю, жарко будет днем-то? Жарко. Ну, тогда не надо. Мы с Володей живем абсолютно бесконфликтно. Вот морковку сейчас... Обычно ты чистишь ее, а я тру. Ну, сегодня получилось маленько по-другому. Вот с этой стороны... Вот
ободрал с нее грязь, а даже мыть не обязательно. А теперь ее вот морковку-то зачистая уже беру. Нам надо с этой стороны встать. А то вы затеняете. Ну понятно, надо сюда встать, да? Да. Вот это одна морковка. Вот это маловато сегодня у тебя получится. Там еще есть? Морковка, потому что много времени проводишь за компьютером. Вот я когда книги готовил к изданию, набор всех вопросов до единого делал только сам. Совсем немного вначале больше делал. Нафанаил помогал Сергею. А так вот, стихотворения все до единого. Все. А это 4 тома по 800 страниц. По 800 страниц. На каждой странице 36 строчек. И, ну и эпиграф. А всего на странице 42. Видишь, еще должен знать. Вот это неопределенно, то ли поврежденно или нет. Могу взять ее. Когда определенно, что мыши ее грызут, то есть нельзя. Вот и говорить надо. И вот я тогда писал, сидел за компьютером. Ну и тут легкая математика. Каждый день с утра до вечера. Я года 4, наверное, даже на костер ни разу не ходил. Ни разу не искупался. У меня стояла задача. Я выполнял ее абсолютно во всем себе отказывал. Ни одной ни встречи, ничего не было, только писал. Ну, воскресенье это уже свобода, но все равно и воскресенье занимался. За 9 лет провел за компьютером более 30 тысяч часов. Набор сделан на 38, 39, 40, 41 том по 752 страницы. Ну, это понятно, что много, очень-очень много. Я еще вижу, не особо так, но еще спрашивают. Я зрение намного раньше в темноте проводил. Вот особенно в камере, когда было. Вон он еще делает, смотри. А на мой этот, посмотри там, фонарик грызет. Баловна, ее опять надо арестовывать. Вот так. И что делает? Это она еще гоняет. Пойду посмотрю. Это что она задевает, у меня микрофон. Да ничего. Это у меня для... Это не надо выключать, не надо. Это у меня флешка маленькая. Я для нее сделал такую вот. Да не для этой, для другой, видать. Тогда она не скользит и она задерживается. Чехольчик. Вот еще ей нравится. Ну, баловная такая. Ну-ка иди сюда. Мать-то где у нее? Вон она, мать, пришла. Нога-то торчит где? Иди. Она тебя помоет. Ну, до того живчик. Вот. Ну, пускай она нападает на нее. Вот так. Я могу посмотреть сейчас в дневник свой, когда она родилась. Воскресенье тут подряд идет. И непонятно. Когда. А я за красота времени. Да, у меня тут. Опять она тут. Что-то у меня не написано. Не написано, а не подчеркнуто. Убрали. Где у тебя метрики-то? Еще. Утворяешь.
непрерывно. То лампочку начнет баловаться, то еще что-нибудь. Так. В Италии, когда поехал, вора задержали на южном. Воскресенье. Лагерь закрыт с этого времени. И все показано. Это надо считать. Пожалуйста, надзор, страховка, комиссия. Еще же это нету, разве у меня здесь? Полиция. Да неужели эта полиция мне важнее? Чем такая важная. Да, значит, не могу найти, не нашел. Ну, маленькая прям совсем она. Совсем, надо посмотреть. Ты опять балуешься? Ну, прям движение одного не делаешь. Иди к матери, вон она, мать твоя там. Она ей ударила сильно. И она, да? Да, она убежала от нее. Мать ударила? О, как же так, воспитание. Ты ювенальная юстиция отберет. Куда идешь? Куда прыгать будешь? Ну иди. Посмотри, какой прыжок делает. Даже нужды нету. От головы сюда это больше полметра. Вот теперь я буду тереть. Смотри. Сегодня у нас одно здесь два ведра, перекрытые этими сверху, чтобы не сдуло газету, прикладываем еще доску. Все закрыто, крышек никаких нет. Здесь, это у нас такие сухари, она подсушивает, не анила. А это булочки, которые она печет, их разрезаю пополам и маленько подсушиваем. Уже рыба немножко есть. Вот это картошка наша. Крупная, она пойдет на другой. Вот она, в одну руку я беру сразу 5. Все. Правильно варить, не переварить. Огурцы. Так. Всегда помидоры 4 компонента. Лук. Вот он лук. Растительное масло и соль. Все. Вот я провел за компьютером 41 книга. Больше 30 000 часов за 9 лет. За 9. Это только по изданию книг, не считая, что там, ну, 9 лет. В среднем у меня выходило 14 часов в день с выходными вместе. А так бывало по 16 и по 18 часов. Стояла задача. Задача была выполнена. Все. И сразу я прекратил, больше не пишу. Вот так по диагонали, а потом вот так. Уже она стерлась, но все равно еще можем потереть. Что у нас за заварка? Из чего она? Из травы какой-то? Ну да, Надежда Васильевна там что-то. Надежда Васильевна. Это я вот принес, но еще вот кулек какой, не маленький кулек. А что это у меня такое? Заварка. А что такое? Корень солодки. Вот он. Его видать. Не открываю. Ты маленько начинаешь запаривать его. А то останется она у нас. Корень солодки. Это очень хорошо. Я просчитал, больше 3000 лет, кажется, известно из рукописей. В Китае ее употребляют. Потом добавляют абсолютно везде. Бывают очень горькие лекарства. Принимать не хотят и туда добавляют. То есть она никак не вредит. Нисколько. Морковку если натер, в течение 5 минут она должна быть употреблена. Это единственный продукт, который нельзя откладывать насколько-то. Я вот один раз это просчитал, строго стараюсь держать. А говорят, лекарство вот это, чтобы на компьютере это не ослепнуть, это каротин содержит. На морковь
Морка там или как? Вот так. Вот сегодня встали утром, помолились. Сегодня я посмотрел 9 роликов, кажется. 8-9, не знаю. Приходят и смотрят уже больше, я вставлял час ночи, больше 130 посещений. Для нас это, у нас не просто люди, ну как обычно, вот в магазин заходят, витрину там посмотрел и отошел, покупатель важен, а что смотрел это, и вот у нас именно наши постоянные клиенты. Устанавливаются отношения, просятся приехать, получить книги. Что у нас тут здесь показать? Еще как будто и нет. У нас и рыба здесь есть. Ты что-то суп варишь какой-то? Да? Да, сварил уже. Сейчас снимать надо будет. По-моему, уже светло, если я повытру, потушу. Вот так. Все. Сейчас будешь у меня употреблять морковочку. Что, все? Да. Буска, а, буска? Игруня. Все, слава Богу.